Современные художники обсудили уличное искусство параллельно с проходящим в городе фестивалем документального кино о новой культуре «Битвикенд». Как на образ города влияют граффити и почему авторы настенной живописи порой предпочитают оставаться анонимными? Эти вопросы затронули в Центре культуры ЦК-19. Людям надо пространство для самовыражения. Надо не только институции, в которых висят картины, стоят серьезные люди, следят за каждым вашим шагом, а нужно именно погружение в среду. Нужно, чтобы человек шел, не только смотрел на скучные серые улицы, не всегда скучные, в большинстве своем серые, и видел какую-то картину, какое-то изображение, которое трогает до самой глубины души, заставляет даже задуматься. И если граффити за рубежом иногда является посланием правительству или транснациональным корпорациям, способом протеста, то в Новосибирске скорее способом художественного самовыражения и чаще всего инициированное и согласованное с жителями и администрацией. Новосибирцы уже знакомы с такими образцами уличного искусства, как, например, разрисованные художниками трамваи или мурал «Фасадная роспись». В Центральном парке в помещении «Сарай искусств» работает площадка для стрит-арта. Это современное направление тесно связано с культурой наружной рекламы. В Новосибирске она заменяет жителям потребность в изображениях. Однако простор для творчества, по мнению художников, есть. Новосибирск, в принципе, хорошее место. Почему? Потому что оно пустое почти. Потому что в больших городах, российских, во многих, эта тема даже больше, сильнее развита, чем у нас. И поэтому здесь, ну, как бы больше простора для разных художников. Есть еще место, где можно самовыразиться, высказаться. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.